Заседание правительства Станислав Воскресенский начал с хороших новостей. Дополнительное соглашение заключается с Минтрансом России на 405 миллионов рублей. Деньги пойдут на западный обход и ремонт улицы Ивановская в Кохме. Кроме того, по итогу встречи с ТОСами было принято решение выделить 10 миллионов рублей на инициативы по благоустройству дворов. Это дополнительные средства к программе комфортной городской среды. Последнюю тоже никто не отменял. И вот тут уже менее позитивная новость для глав муниципалитетов. Отпуск придется отложить. Коллеги, я всех прошу к этой программе отнестись крайне серьезно. У нас уже, я вижу, по некоторым муниципальным районам небольшое отставание в графике. Я думаю, что все будет, безусловно, наверстано. Но думаю, что по тем районам, где эти случаи есть, все отпуска, значит, прекратить. Главы районов работают, пока не будут сделаны объекты комфортной городской среды в тех районах, где есть такое даже небольшое отставание. Значит, коллеги, относитесь к этому серьезно. Хватит тяп-ляп и пускать все это дело на самотек.